капитан. Чем я могу вам помочь? Некоторые из колонистов ведут себя странно. Мы тесно связаны между собой, капитан. Многие потеряли своих родных и близких, друзей. Они не профессиональные солдаты. Никто не учил нас воевать. Это наш дом. На наших глазах гетты уничтожали все, что нам дорого. Не судите нас строго. Я поговорю с вами, когда выясню больше. Удачи, капитан. Боже, они повсюду! Похоже, что этот вентиль – часть большой системы. Наверное, нужно найти другие вентили. Вот еще один. Вроде бы не активирован. Нужно еще поискать.
Thank you.
Вам нельзя идти туда. Что вы здесь делаете? Ничего полезного, ничего бесполезного. Нет! Так больно мне еще не было. Молодец, стараешься. Что с вами произошло? Получаю наказание от хозяина. Постоянно напоминает мне, что я еще живой. Вы здесь из-за гетов, правда? Не только вы здесь интересуетесь этими железками. Кто еще ищет гетов? Ищет не гетов, а способ избавиться от них. Они мешают... Хотят добраться до... Толку от него теперь немного. Оставим его. Я могу вам чем-то помочь? Вы хотите, чтобы я вам помогла? Помочь мне? Нет, мне никто не поможет. Лучше я погибну, сражаясь. Я не смогу помочь, пока не узнаю, с чем вы сражаетесь. Сражаюсь не в том смысле. Это как продираться через колючие кусты. Чем сильнее ты пыхаешься... Время вышло. Снова начинается. Поговорите с Файданем. Попросите его... Осторожно. Нет, я не сделаю. Не сделаю. Я не могу. Не могу. Не должен. Не могу. Мое сознание. Это думаю я. Это думаю я. Я. Скоро все закончится. Боли больше не будет. Боли больше не будет. Не будет. Не будет. Нет, я не сделаю. Не сделаю. Я не могу. Не могу. Не должен. Не могу. Вот. Заработала. Система активирована.
капитан. Чем я могу вам помочь? Я уничтожила передатчик гетто в тоннелях. Теперь они не будут доставлять вам хлопоты. Спасибо, капитан. Мы в долгу перед вами. Вы сбросили такой груз с моих плеч. Хотелось бы услышать хорошие новости и по другим вопросам. Как я могу решить проблему с водой? Этим вопросом занимается Макадо. Я поговорю с вами, когда выясню больше. Удачи, капитан. Так, капитан, чем я могу вам помочь? В тоннелях живет какой-то парень. Он один из ваших? Наверное, это Ян. Он очень болен. С ним что-то не так. Это не просто болезнь. Так, это после атаки он так сильно изменился. Мы пытались помочь ему, но он ничего не хотел слушать. Я не могу помочь человеку, который отказывается от помощи. У вас есть медикаменты? Что-то, что может помочь ему? Если бы все было так просто. Ян неплохой человек. Жаль, что он сейчас не с нами. Я бы предпочел больше не говорить на эту тему, капитан. Я поговорю с вами. Удачи, капитан. Я могу вам помочь, капитан? Сделайте что-нибудь, чтобы прекратились эти нападения. Здравствуйте еще раз, капитан. Я убила Большого Варона. Остальные ваши. Прекрасно. Я устрою охоту, когда минует угроза со стороны гетов. Я хочу получить вознаграждение, прежде чем перейти к более важным делам. Конечно. Не хочу задерживать вас дольше, чем необходимо. Благодарю за помощь, но нам до сих пор грозит опасность. О еде мы можем теперь позаботиться и сами. Но гетты до сих пор представляют опасность. Гетты все еще самая главная угроза. Гетты все еще самая главная угроза. Сейчас не могу поговорить. Я занята. А вы хорошо разобрались с гетами. Вы настоящие герои. Правда, мне до сих пор нужны элементы питания для генератора. Я нашла эти элементы питания в тоннелях. Они вам подойдут? Я так и знала, что они рано или поздно найдутся. Вот, возьмите. Пайдань передал мне немного денег. Они ваши. А теперь, если удастся приспособить эти элементы куда надо, в колонии скоро все заработает. Спасибо за то, что принесли элементы питания. Надеюсь, что теперь-то я заставлю работать этот чертов генератор. Колония возродится. Вскоре у нас будет все, что нужно. По крайней мере, мы не умрем с голода до того, как гетты перебьют нас. Теперь мы должны бросить все силы на борьбу с геттами. У нас достаточно пищи, чтобы каждый действовал с полной отдачей. Командный пост постараются восстановить как можно быстрее. Черт, так мы хоть успеем перегруппироваться. Как началась атака, я глаз не сомкнул. Колония возродится. Гетты все еще там. Командный пост постараются... Не отвлекайте меня. Уходите, пожалуйста. Чем могу быть полезен? Мне сказали, что вы хотите посмотреть мои товары. Конечно, могу показать. Спасибо за то, что принесли элементы питания. Надеюсь, что теперь-то я заставлю работать этот чертов генератор. Только что начала поступать вода. Наверное, это благодаря вам. Нам нужно разобраться с геттами, а потом постараться восстановить подачу воды. Вот, несколько кредитов за ваши труды.
Еще раз спасибо, капитан. Хорошо, что вы вернули воду в колонию. Но это бесполезно, если гетты нас убьют. Спасибо за то, что принесли ли... Вы и так уже помогли нам. Но сейчас нам угрожает еще большая опасность. У нас есть вода. Надеюсь, мы выживем, чтобы воспользоваться ею. Хорошо, что вы вернули воду в колонию. Но... Если бы мы могли дать бой этим гетам... Спасибо за помощь. Мы... Я постараюсь контролировать ситуацию. Не знаю, как долго мы здесь продержимся. Процедура дезинфекции. Изменение статуса. Капитан принял командование. Старший помощник Пресли вахту сдал. Варены. Всеядные существа, отдающие предпочтение живой плоти. Они...